Всем привет, дорогие друзья! Просите покороче делать ролики, меньше говорить. Итак, два мелких пакета с Китая, больше полутора месяцев доставка. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Погнали! Друзья, ну в этом пакете, судя по описанию, и вы-то уже знаете, как всегда, в чем прелесть YouTube, что пользователи уже знают, а распаковщики еще не знают, что внутри, но могут догадываться по трек-номеру. Этот трек-номер не отслеживался. Здесь что-то у нас из-за аксессуарики. Так, этот пока пакет мы положим сюда, а этот пакет попробуем с вами открыть. Не открывается что-то. Скорее всего, здесь аксессуары к телефону, к какому еще пока непонятно. Нравится, когда продавец, ссылочки будут в описании, в пакете больше ничего нету. Нравится, когда продавец упаковывает бьющийся товар, скажем так, вот в такую пену, для того, чтобы потом в дальнейшем не было споров, претензий и так далее. Открываем коробочку. Здесь у нас с вами пена. А в пене у нас, друзья, все очень просто. Стеклышки. И даже не стеклышки, а стеклышко одно. И скорее всего это для LG Nexus 5. Да, для Nexus 5 стекло. Абсолютно целое, абсолютно доехало. Пишите в комментариях, считаете ли вы Nexus 5 одним из лучших телефонов всех времен и народов. Даже не буду заморачиваться обратно его вставлять в стороночку. И еще один пакет. Здесь мы знаем, что здесь у нас чехольчик для... Что-то затупился у нас скальпель. Чехольчик для Meizu M2 Mini. Шел тоже очень долго, полтора месяца. Тоже достаточно хорошо упакован. Продавцу за это отдельный респектос. И, соответственно, давайте попробуем. Даже не сразу я догадаюсь. Здесь еще просто пупырка заклеена скотчем. Давайте все это дело таким вот образом. Напишите пока в комментариях, нравится ли вам, когда много что-то о чем-то говорит человек, либо по делу и сухо. Мне очень интересно, как в дальнейшем, очень прислушаюсь к вам, и в дальнейшем будем строить ролики, диалог с вами, со зрителями, соответственно, в таком русле. Есть у нас визиточка, благодарствуют за покупку, просят 5 звезд оставить, ссылочки будут. Чехольчик недорогой, но при этом не менее качественный, чем дорогой. Судя по описанию, все сделано под кожу. Имеется вот такая вот вставочка для того, чтобы у нас это все не помялось. Прошу заметить, здесь вот такой вот бархатистый материал, соответственно, ваш смартфон. К сожалению, нету смартфона сейчас для того, чтобы примерить. Здесь немножко цыганского тюнинга, но китайцы были бы не китайцами, если бы они бы не делали вот такой вот интересный рисунок золотого цвета. На пластиковой основе кожзам под крокодила, смотрится очень-очень даже, в принципе, хорошо. Если эти штуки стереть, то вообще будет очень-очень клево. Вот такая вот совсем небольшая распаковка. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео в своих социальных сетях, расскажите друзьям. И обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте. Есть также у нас Инстаграм, ссылочки все будут в описании. Конечно же, пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.